Какую книгу делать, чтобы получать максимальные роялти на Amazon KDP? Привет! Если вы хотите узнать, какую книгу лучше всего сделать, чтобы получать как можно больше роялти, это видео для вас. Сегодня мы поговорим о том, как максимизировать свои роялти на Amazon KDP. А те, кого интересует книжный бизнес на Amazon, подпишитесь на мой канал, нажмите лайк под этим видео и оставьте под ним любой комментарий. И давайте поговорим на эти темы. Книги. В вашем KDP-кабинете вы можете увидеть три вида книг. Kindle – электронный формат книги, Paperback – книга с мягкой обложкой, зачастую это основной тип книги, который продается на Amazon, Hardcover – книга с твердой обложкой. Я рассмотрю примеры для книг с мягкой обложкой. На платформе Amazon KDP доступны три основных типа. Стандартная черно-белая печать на белом или кремовом листе. Стандартная цветная печать не поддерживается на рынках Австралии и Японии. Улучшенная цветная печать. Рассмотрим первые два типа, так как улучшенная печать требует особого подхода, и мы рассмотрим ее в других видео. Условия для максимального роялти. Давайте посмотрим, какие условия помогут вам получить наибольшее роялти для ваших книг. Стандартная цветная печать. Минимальное количество страниц 72. За каждую дополнительную страницу придется заплатить еще почти 3 цента. На первый взгляд это немного, но когда вы посмотрите на цены конкурентов и прикинете, сколько страниц вы хотите сделать, вы поймете, что затраты могут существенно увеличиться. Стандартная черно-белая печать. Примечание. Разницы между печатью на белом листе или кремовом нет никакой, но обычно на кремовой бумаге печатают фикшн-литературу, все остальное на белой. Но это не правило. Оптимальное количество страниц для черно-белой книги – это 109 страниц включительно. Независимо от того, на сколько страниц вы сделаете книгу, например 50, 70 или 109, цена печати не изменится. А вот дальше за каждую страничку придется доплатить почти 1,5 цента. Минимальное количество страниц 24. Более детально и более точные цены за каждую страничку вы можете посмотреть на сайте Amazon. Ссылочка в подписи. Размеры книг или как добавить плюс один к роялти. Еще один важный фактор – это размер книги. Выбор меньшего размера, например 6 на 9 дюймов, может добавить около $1 к вашим роялти. Это существенное преимущество, особенно если вы хотите максимизировать доход от каждой проданной книги. Ниже я оставлю ссылочку на роялти-калькулятор. Итак, подведем итоги. Для цветных книг оптимальное количество страниц 72. Но будьте осторожны с добавлением дополнительных страниц из-за увеличения стоимости. Для черно-белой книги оптимальное количество страниц 109, так как это даст вам наибольшее роялти. Выбор размера 6 на 9 дюймов может увеличить ваши роялти. Помните, что всегда стоит проанализировать рынок и сравнить цены конкурентов, прежде чем окончательно решиться на формат и количество страниц. Спасибо за просмотр! Удачи вам в создании ваших книг на Amazon KDP!